Этот тренажер серии Optima для жима ногами тренирует квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра и ягодицы. Жим ногами – составное упражнение, то есть при его исполнении задействована не одна группа мышц. Это упражнение похоже на приседание. Оно эффективно и функционально, и хорошо развивает нижнюю часть тела. Жим ногами особенно подходит тем, кто только начал заниматься силовыми упражнениями, так как движение здесь контролируемое и повторяемое. Приседания – базовое упражнение, часто применяемое в обычной жизни и спорте. Для выполнения упражнения «жим ногами» выставите нужный вес на весовом стеке, используя селектор. Помните, что при желании можно добавить дополнительный опускаемый довесок. После этого с помощью фиксатора установите спинку сидения в такое положение, чтобы, когда вы сидите, упираясь спиной в спинку, а ступнями в опору для ног на ширине бедер, угол в коленях составлял бы 90 градусов. Возьмитесь за рукояти, напрягите мышцы пресса, зафиксируйте ягодицы в изгибе сидения и оттолкните платформу ногами. Распрямите ноги, включая в работу квадрицепсы, заднюю поверхность бедра и ягодицы. Затем вернитесь в начальное положение. Медленными и контролируемыми движениями выполните необходимое количество повторов.